Всім привіт! Вас приветствует риболовний клуб «Джиг». Сьогодні ми з Марадончиком і ще там один товариш виїхали по драконі чучку на жерлиці. Ну, скажу, що вже все у нас виходить. Предыдущий ролик был без вступления и длинный. Этот будет немножко покороче, но продуктивней. Да, получается у нас живец карасик и окунчик. Ну, подрабатывают и то, и то. С утра, конечно, мы побегали, сейчас посмотрите. С 8 до 9, да? Да. На все утренняя работа. Возможно, холостая. Ну да почей чудик. Нема ничего. Да, нет. Сбила живца. Сбила. Третья сработочка. Третья сработка, да. Третья холостая. Что-то не можем понять. Подождем. Стреляла буквально на глазах. То есть мы ее не увидели, а услышали, да? Ну да. Нет, нет. Ну, блин, в прошлый раз стреляла и сразу подходишь, она уже тянет. Сейчас какая-то она ленивая. Не, есть, щука есть. Есть, потянула, да? Да? Хорошо. Забирает, мы ее только дадим. Пускай развернет, жует. Большая. Но съедобная. С почином, Эдуард Александрович. Тихо, тихо, мама, все. Уже на базе. Очередная сработочка. Так как мы с Марадончиком сегодня вдвоем по жерлочкам разобрались по очереди. Одну я, одну он. А, это ж та, которая срабатывала. Понял? Там, где сбила живца. Стороночку отставляй ее. И леску ложи на этот. Так, может потихонечку попробуй, есть она там или нет. Чуть-чуть, чуть-чуть. Если дернется, то отпускай, пока мисс Хай. Нет. Нету, да? Холостая, да? Очередная сработка. Не успели ту перезарядить, стрельно на следующее. Ну, скорее всего, щучка небольшая стреляет. Потому как, когда крупная, подходишь, она тянет. Тянет. Тянет, да? Все. Значит, щучка есть. Чуть-чуть только сопротивление раз и подсекаешь. Я знаю, я знаю. Да, да. Есть. О, красавец! Закохана мала. Есть. Третья, ребята, сработка. Пока Марадоша пошел за живцом. Еще один выстрел. Щучка есть. Я вижу. Так. Но небольшая. Только зарядили.
предыдущие три стрельнувших. Идем на точку, на нашу базу, где мы стоим. И сработка прям под ногами практически. Ну, щучка мелковата, конечно. Точнее, правильно будет сказать, не мелковата, а не крупная. Блин, а у мородоши нормальные. Что такое? А я таки-таки закоханный малый. Короче, у нас загорелось обе жерлицы. Сейчас посмотрим, кому из нас больше попрет. Марадониусу. А я сейчас еще выберу. Так, здесь пока стоит. Там как бы тоже. Ну, судя по тем щучкам, которые клюют, неудивительно. Пошла, да. Марадоне уже повезло. Ладно, это пока пускай подождет. Сниму марадошу. Подсекай уже. Не томи душу. Есть. Проверяю эту. Я рад за тебя. Это камера угол не такой широкий. Возьми камеру. Здесь, наверное, нету, скорее всего. Ты бачил, какой у тебя Марадона рыбак? Страшный. Страшный? Да. Есть? Нет. Снима? Сбила. Здесь и живца нет. Ладно, давай, тяны. Тем более, она там уже сидит. И по сути, походу, хорошая щучка. Бачим, у нас розы. Попробуй посекать. Резко так. Гоп. Нема ничего. Нема? Нет. Та ты шо? Прикинь. Выплюнула. Сейчас так. Немножко затихло. Да. Ну и концовочку мы снимем чуть-чуть попозже. Все, пока рыбачим. Сегодня ролик полностью посвящен Марадониусу. Он же жерлишник, окунятник. Кстати, вот все, чтобы понимали. Банда пришла мохната. Их тоже мы уже накормили. А третий он уже заныкался и жрет самого крупного окуня. Ну давай, лови. Да оно не берет один. Понял, да только настоящий. Так, где кто? Справа лисичка, да? Лисичка! Справа лисичка. По центру волк. По центру волчара. Волчара. Позорная. А це собачка. А это собачка. Бачите, як хвостик. Собачка, тих, собачка. Тих, тих. Лисичка. Иди сюда. Иди сюда, волчара. Три погоняла. Смотри, это как собака. Смотри. Собачка, иди. Да. Собачка. Собачка. Хвостик, хвостиком. Хвостиком. Иди сюда. Иди, моя хорошая. Смотри, волка ухо с этим упало. Волк, волчара, смотри, не волчара. А похоже, да, смотри? Да. Такая краска. А то лисичка. Лисичка, смотри. Ты лисичка Петричка. Петричка. Иди сюда. Чтобы знали, мы дали им погоняли. Иди сюда. Волк. А лиса? А лиса, Петрики, смотри, самая хитрая. Да, еще раз. Да, поцелуй. Поцелуй, Марадоша. Дай лапку, лапку дай. Лапу дай. Лапу дай. Дай лапу. Дай лапу. Смотри. Мой. На кофейка лапки. Да ты что? Не, не хочет.
Это шутка. А рыбы налупились. Да. Волк уже не хочет даже рыбы. В общем, будем мы шабашить. Вот. По итогу у нас 5 щучек. Самая крупная где-то кило. Ну, а те такие до кила. Ага. Сработки были массово с утра, и потом все стихло. Народ рассасывается. То есть 12 часов и делать здесь уже практически нечего. Даже раньше немножко. Часов, наверное, с 11. Всем ни хвоста, ни чешуи. Подписываемся на канал. Лайки туда-сюда. До новых встреч на канале. Марадониус, помаши дядям ручку. Всем до свидания, ребяточки.